Это «Геометрия ТВ». Доброй ночи. Мы находимся в Градецком. Сегодня, как вы знаете, празднуется День бармена. Поэтому сегодня мы пьем, мы чокаемся и просто отдыхаем в самом лучшем клубе нашего города Градецке. С вами я, Катерина Шерманова. Поехали. Коктейль, который ты пробовал в своей жизни? Я не помню, как называется коктейль, но я его назвал «Билет в Ригу». Международного конкурса славянской кухни в боуфлэринга. Два первых места. Скажи, пожалуйста, вот самый экстремальный коктейль в своей жизни, который ты пробовал? Может, по-моему, коктейль был, это просто стаканчик водички со льдом. А, то есть тебе налили из крана, наверное. Так, а скажи свой самый-самый-самый первый коктейль, который ты сделал. Может быть, там, любимой девушке, любимой маме, там, папе, я не знаю. Кому? Самый первый мой коктейль, ну, вы знаете, я его не помню. Помню только последний, это Егермейстер Сколы, 300 штук. Вот мы сделали буквально... Да, на моих часах где-то минут 20 назад, как бы наши гости ведь довольны. Ну, короче, все пробовали, да. Самых лучших, самых классных барменов в нашем городе.